Всем привет! Ой! Ну вот, а то все придираются, что у меня футболка неглаженная. Мне-то все равно, а жене неприятно. Итак, в ночь после позорного парада одного танка Путин отдал приказ ударить по Киеву своим супероружием, неперехватываемой, как ему тогда казалось, ракетой «Кинжал». Но она была сбита комплексом «Патриот». На следующую ночь Путин предпринял попытку прорвать оборону ПВО Киева массированным обстрелом дронами «Шахет» и множеством ракет, среди которых затесалось 6 штук еще непобедимых кинжалов. Все они, в том числе и 6 кинжалов, были сбиты. Так что же произошло? Почему теория не сошлась с практикой? В 2018 году Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Уважаемые друзья! У России такое оружие есть. Где, как пишет пропаганда, подчеркнул, что ракеты «Кинжал» в 10 раз превышают скорость звука до 14 688 км в час. Ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. Мы назвали эту систему «Кинжал». Почему Путин был так уверен, что «Кинжал» нельзя перехватить? Оружие, которое является высокоточным и летит со скоростью 3 Маха? Нет. 3 Маха это в Штатах разрабатывают, но и то побольше. Наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Давайте для начала поймем, что такое ракета «Кинжал». Это, как выясняется, управляемая тактическая ракета 9М723. «Искандер», подвешенная на самолет-носителе МиГ-31, тоже не имеющего аналогов в мире. Одноступенчатая твердотопливная ракета 9М723, управляемая на всех этапах полета с квазибаллистической траекторией движения. Боевая часть ракеты кассетного типа, имеющая 54 осколочных элемента, с неконтактным подрывом или также кассетного типа с элементами объемного детонирующего действия. Ракеты выпускаются ОАО «Воткинский завод». Пусковая установка производится на производственном объединении «Баррикады». Ракета одноступенчатая, имеет двигатель с одним соплом, небаллистическая и управляемая на всей траектории полета с помощью аэродинамических и газодинамических рулей. Большая часть траектории полета ракеты, изготовленной по технологии «Стелс», имеющей малую поверхность рассеивания, проходит на высоте 50 км, что существенно уменьшает вероятность ее поражения противником. Эффект невидимости достигается за счет совокупности конструктивных особенностей, в частности обработки ракет специальными покрытиями, сбрасывания выступающих частей после пуска и другого. Траектория «Искандера» является не только небаллистической, но и труднопрогнозируемой. Сразу после старта и непосредственно при подлете к цели ракета выполняет интенсивное маневрирование. В зависимости от траектории перегрузки колеблются в пределах от 20 до 30 единиц, думаю, 20-30G. Соответственно, ракета-перехватчик должна выдерживать перегрузку как минимум в 2-3 раза выше, что создает разработчикам систем борьбы с «Искандером» дополнительные трудности. Но это все теория. На практике же по ракете отработал комплекс ПВО, состоящий из системы «Патриот», спроектированный в США еще в 1963 году и ставший на вооружение в 1982 году в данной формации. Для начала давайте разберемся, что такое стелс. Под стелс подразумевают радиолокационную незаметность. То есть ракета не должна быть видима, как некий предмет на экране радара. Для этого, как пишут в российской пропаганде, ракета имеет малую поверхность рассеивания, летит на высоте 50 км, что существенно уменьшает вероятность его поражения противником. Эффект невидимости достигается за счет совокупности конструктивных особенностей, в частности обработки ракеты специальными покрытиями, сбрасывание выступающих частей после пуска и другого. Но дело в том, что ни Россия сейчас, ни СССР в прошлом никогда не проводила испытания и не разрабатывала ни одного объекта или системы стелс. То есть не проводились исследования и ничего не испытывалось. Научный универсальный институт необыкновенных услуг. То есть российские специалисты не имеют ни малейшего представления, кроме как своих фантазий, что такое стелс. Ну и ну. Между тем, в США с 50-х годов занимались этой проблемой плотно. Первый самолет, который использовал то самое покрытие стелс, был тот самый У-2.
Помните, 1 мая 1960 года по Свердловскому зенитными ракетами был сбит разведывательный самолет У-2. Летчик Пауэрс попал в плен. Кстати, я был не в курсе, что, оказывается, во время стрельб по самолету У-2 всего было произведено 8 выстрелов. Советские зенитчики сбили еще 2 советских самолета. В один из них они попали 3 ракетами, пилот погиб. Второй приземлился на поврежденном самолете. Всего в ходе пресечения полета У-2 было запущено 8 зенитных ракет. Как отмечает В. Самсонов, в официальных донесениях фигурирует цифра 7. Первая ракета повредила хвостовое оперение У-2, после чего самолет стал падать. Из зоны поражения соседнего дивизиона был обстрелян 3 ракетами. Остальные 3 ракеты были выпущены по истребителю МиГ-19, но в действительности было израсходовано 8 ракет. 8-ю пустил по истребителю Су-9 дивизион подполковника Новикова, соседняя ракетная часть, 37-я бригада, которой командовал полковник Савинов. Поначалу Савинов был убежден, что именно его дивизион сбил У-2, не зная, что кроме нарушителя в небе был свой истребитель, но затем был вынужден признать ошибку. То есть, советские радиолокационные системы увидели самолет, покрытый специальным составом радиопоглощающим, еще в далеком 1960 году. Форма ракеты «Искандер» как раз такая же, как была у самолета У-2, округлая. Отличаются немного габариты. «Искандер» длиной 8 метров и вес его 4 тонны, тогда как самолет У-2 имел в длину 15 метров, а размах крыльев 24 метра. Я бы сказал, что сопоставимо, то есть никакого стелса в кинжале нет и в помине. Формы стелс вот такие. И это американский. Расчет велся на то, что крупногабаритный разгонный блок отделится от основной ракеты. И по маленькой боеголовке будет трудно попасть ракетой ПВО. Но, как показала практика, теория с ней не сошлась. Я, кстати, знаю почему. Советские ракеты часто поражают осколочными элементами. It's in 3 seconds past one. This warhead explodes to the left and above the cockpit of MH17. About 800 preformed fragments perforate the airplane. This impact combined. А американские попадают в точку. Итак, ракета «Искандер» и ракета «Кинжал» — это одно и то же. Только «Кинжал» — это «Искандер», подвешенный под брюхо самолета, выпущенный в 1975 году. Чем этот самолет так примечателен? Тем, что он наследник того самого МиГ-25, который был единственным самолетом-перехватчиком в СССР, который мог разогнаться до скорости 3 Маха. МиГ-31 не разгоняется до скорости 3 Маха, даже в страшном сне. Потому что он сделан на базе 2 двигателей от обычного пассажирского самолета Ту-134. Максимально допустимая скорость на большой высоте 3100 км в час, то есть 2,8 Маха. МиГ-31БМ. А МиГ-31 обычный достигает всего 3000 км в час, то есть 2,7 Маха. На малой же высоте он достигает всего 1500 км в час, то есть 1,25 Маха. Крейсерская скорость у него вообще звуковая, 950 км в час. Сверхзвуковая крейсерская у него 2500-2800, то есть максимум 2,5 Маха. Что такое максимально допустимая скорость? Это скорость, которую нельзя переходить самолету, чтобы он не развалился. И обычно эта скорость достигается в пикировании, то есть не в горизонтальном полете. То есть обычная крейсерская скорость для него 2,5 Маха. И максимально допустимая скорость, если он вообще ее когда-либо достигнет, на большой высоте 2,8 Маха. А теперь давайте представим, что мы подвесим на небольшой истребитель-перехватчик с маленькими крылышками, кому эта идея вообще в голову пришла, дуру весом 3800 кг. При этом вес самого истребителя всего 20 тысяч кг. Так еще и с такими габаритами. Если мало того, что 3,8 тонн это гигантская перегрузка для самолета, он же еще и тормозит самолет своим сопротивлением, в частности, очень большим донным сопротивлением. Ну, никому в голову не приходило о нем думать для ракеты, которая взлетает с земли. А ему надо летать по воздуху вместе с самолетом-носителем, поэтому они туда присобачили вот этот вот обтекатель. Думаю, что он не разовьет и скорости в 2 Маха. А при этом не думайте, друзья мои, что если МиГ-31 способен разогнаться до 3 Махов, что он разгоняется до 3 Махов с такой нерасчетной подвеской, 3,8 тонны с огромным сопротивлением. Не знаете, цифры никто не видел. Я предполагаю, что там в лучшем случае дозвук. Так на что же рассчитывали разработчики? Думаю, скорее всего, на то, что в мире в 21 веке не найдется такого сумасшедшего диктатора, который будет лупить ракетами по живым людям в мирно спящих городах. Оказалось, что есть. И в этом они точно просчитались. Кстати, пострадавший дедушка пересажал уже всех в 22 году за шпионаж в пользу Китая. Кажется, история повторяется. Видимо, решив поступить как древний властитель, который выколол глаза зодчему, который создал у него в городе храм, чтобы он не создал такой же в соседнем городе. Цитата.
За государственную измену в России арестованы трое ученых из Новосибирского института теоретической и прикладной механики. Прикладная механика? Это что такое? Доктор из технических наук Валерий Звегинцев, директор ИТЭПМ Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Анатолий Маслов, которые разрабатывали российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Маслов подозревает передачу Китаю сведений, которые связаны с гиперзвуковыми технологиями, пишет Moscow Times. Журналисты узнают, что Маслов и Шиплюк были арестованы летом 2022 года, а Звегинцев 7 апреля текущего года пребывает под домашним арестом. Шиплюку Маслову в 2012 году предоставили результаты эксперимента по проектированию гиперзвуковой ракеты на семинаре во французском городе Тур, пишет Reuters. По его данным, все трое ученых совместно работали над темой гиперзвуковых установок кратковременного действия. Кстати, это событие показало, что даже самые страшные ядерные ракеты Путина будут сбиты в 100% случаев. Диктатор беззащитен, он импотент. Весь многолетний блеф, который строил СССР 70 лет, лопнул, как мыльный пузырь. Наспех сколоченное ПВО Украины, основанное на комплексах 60-х годов, сбило несбиваемое. Путин же, полагаясь на все свои вундервафли, ввязался в войну. И что хуже всего, он не умеет признавать свои ошибки и менять мнение, исходя из открывшихся обстоятельств. Честно говоря, он не умен. Даже когда ему доказали, что он не прав. Поэтому Путин оказался в ловушке своих детских комплексов. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Из-за чего в бессильной злобе начал мочить своих разработчиков, которые повесили старую советскую ракету под брюхо старого советского истребителя, думая, что сотворили чудо. Ну, а мы давайте разберемся, что отличает систему «Искандер» от системы «Кинжал». Давайте будем называть так эти ракеты. Потому что, как мы уже доказали, ракеты одинаковые. Почему это видно? Ну, это надо хорошо приглядеться. У кого глаз пристрелявший, тот видит. Остальным показывают весь вот этот двойной конус. Там очень такая специфическая форма носовой части ракеты «Искандера». Я там попытался это обозначить, что там двойной конус с разными углами сужения. Это очень характерная вещь, она видна. Гаргрот, вот тут вот виден гаргрот, но это такая надстроечка над цилиндрическим корпусом ракеты, там проходят провода системы управления, и они закрываются таким прямоугольным обтекателем. Называется это словом гаргрот, вот он прекрасно виден на подвешенной под МиГ-31 Искандере. Единственное, что они к нему добавили, хвостовой обтекатель, вот он, я вот там, видите, красным кружочком обвел, зачем он нужен, чтобы снизить донное сопротивление. Ему же надо летать. Только «Искандер» стартует с Земли, с пусковой установки. Ракета 9М723, скорость ракеты после начального участка траектории, как заявлено, 2100 метров в секунду. Это 7560 километров в час. Это 6 махов. Скорость в начале финишного участка 2600 метров в секунду. То есть 9360 километров в час или 7,7 маха. А официально же у «Кинжала» сообщается от 10 до 12 махов. Ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. This engineering helps the missile reach an astonishing terminal speed of Mach 12, which is around 14,700 kilometers per hour or 9,207 miles per hour. Правда, Путин что-то нес про 20 и 27 махов, но это ничего, кроме улыбки, не вызывает. Нет. 3 маха это в Штатах разрабатывают, но и то побольше. Наши системы летят со скоростью свыше 20 махов. Потому что в мире существуют еще и профессионалы. Почему? Вот новая американская разработка. Буквально прошлого года. А американцы как никто понимают разработки современных ракетных вооружений. Они создали гиперзвуковую ракету Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, HAWC. Она имеет принципиально новый двигатель, который использует сжатый воздух от набегающего потока, с помощью чего удается разогнать ракету до скорости 6 махов. Чего нет на этом Искандере. Искандер использует, похоже, твердотопливный двигатель. В 6 махов американцев, честно говоря, мне верится больше, чем в 10-12 махов кинжала.
или даже 7,5 Искандера. Но давайте послушаем обвиняемых. Как планировалось, что та же ракета, которая разгонялась до 7,5 махов, внезапно разгонится до 10 или даже до 12. Самолет МиГ-31, который, честно говоря, не очень предназначен для несения подобной ракеты, так как является истребителем-перехватчиком, должен доставить ракету на высоту 20 километров. Видимо, скорость тут не важна. Он просто носитель. Платформа для запуска. Так как об этой скорости даже и не говорится. Да и есть сомнение в том, что с этой подвешенной под брюхом ракеты он способен разогнаться до сверхзвуковой скорости. Но не будем сочинять, так как не обладаем фактическими подтверждениями. Итак, условно представим, что ракета движется со скоростью 2 Маха на начальной стадии и на высоте 20 км. Это будет максималка для МиГ-31, это будет максималка для МиГ-31 с подвесом. И именно такие данные дает разработчик, если его можно так назвать. Дальше ракета отделяется от носителя и, как видно на видео, запускает свой собственный разгонный двигатель. Ранее он использовался для подъема этой ракеты на ту же высоту 20 км. И для разгона ее до 6 мах. По замыслу, видимо, отцов идеи, такая вундервафля должна разогнаться до большей скорости, чем с Земли, поскольку летит не вертикально вверх, а горизонтально. Честно говоря, думаю, что основная проблема отцов идеи в том, что они не изучали физику. Первый из них – Валерий Звегинцев, пожилой новосибирский ученый, доктор технических наук. Его сотруднику Маслову известно в 76 лет, специалист в области экспериментального моделирования задач механики сплошных средств, в частности задач гиперзвуковой аэродинамики, автор более 300 научных работ, в том числе одной монографии и 10 патентов. В 2001 году Звегинцев основал лабораторию аэрогазодинамика больших скоростей. До этого его коллектив занимался созданием аэродинамической трубы адиабатического сжатия АТ-303. Дело в том, что это ученые от САХИ, как и все у Путина. У него там Кадыров академик, медаль недавно получил за вклад в ядерную физику. Аэродинамика всегда в СССР занимались в ЦАГе. Основной задачей каждого научного сотрудника это является построение теоретических моделей, физических, конечно, мы не можем строить в голове, в собственной голове, с тем, чтобы понять, объяснить какое-то явление материального нашего мира. И вот, собственно говоря, этим вся наука и занимается. Я именно на этом стою и считаю, что наука – это только для того, чтобы создавать эти модели, обобщать их с разной степенью там, уверенности. Здесь же видно, что человек решил создать свои собственные ЦАГи в Новосибирске. Второй директор ИТПМ Александр Шиплюк, который сменил Звегинцева в 2006 году на посту директора, тоже арестован. Итак, стартовый вес ракеты – 3800 кг. Масса боевой части – 480 кг. Двигатель твердотопливный, то есть из 3800 кг 3300 составляет разгонный блок, который разгоняет боевую часть весом всего 500 кг. То есть тяговооруженность у него огромная. Возможно, она позволяет разогнать ее до заявленной скорости в 7,5 маха. Но это произойдет как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Но что же должно разогнать ее до большей скорости? Вот это мне неведомо. Дело в том, что все преимущества, которые вижу я в этой ракете, это возможность доставить ее с помощью самолета-носителя далеко и там выпустить на высоте 20 км для того, чтобы она поднялась на высоту 50 км. Для того, чтобы вертикально сверху упасть на цель. Уже в разреженном воздухе, что позволит ракете лететь дальше. А тем не менее, дальность полета увеличивается. В ситуации той войны, которая идет сегодня, что это меняет? Ничего. Но не позволит ей разогнаться намного больше из-за того, что место удара находится на той же самой поверхности Земли. В том же самом месте, где и у той же самой ракеты, когда она была Искандером и стартовала с Земли. И скорость ракеты Искандер максимально заявлена 7,5 маха. И это именно на пике разгона. А дальше она падает поблизи с небольшими отклонениями рулями в управляемом падении. И все, что мешает Искандеру разогнаться, это окружающая среда. Ее плотность при такой скорости и трение о воздух, которые также остаются неизменными. Я бы сказал, что у кинжала есть какая-то смутная идея, но в реале это все не сработало и ничем не отличает ее от исходника Искандера. То есть ракета не стелс, ее видно, да и трудно не заметить отделяющуюся от самолета-носителя 8-метровую дуру. Перехватывается она так же удачно, как и ракета Искандер, а та перехватывается всеми видами американского ПВО. Ну, что можно сказать в итоге? Имеет ли место быть сама идея? Да, в принципе, наверное, возможно. Но она больше напоминает идею каких-то колхозников. Присобачить какую-то хуету к какой-то хуете. Причем обе хуеты годов 60-х.
поскольку МиГ-31 это всего лишь МиГ-25 с другими двигателями. Может ли это сработать? Ну, если выключить оттуда 27 махов и перемещение в облаке плазмы, может быть, может сработать, а может быть и не сможет. Все это нужно исследовать, все это нужно обкатывать на реальной модели, на реальном макете полноразмерном. Было ли это сделано? Мы не знаем. Никакой информации об этом нет. Нет ни одного подтверждения, ни одного фактического доказательства. Поэтому мы с вами не знаем, выходит ли она на эти 10-12 махов. Или вообще даже не выходит на эти 7,5, что скорее всего. Во-первых, был поставлен четкий, совершенно недвусмысленный приказ, громкий, он же наказ, он же требование, создать то, чего в принципе законы физики опровергают. Нам необходимо для победы над всем миром ракета «Кинжал». Она должна быть гиперзвуковой. Ответ физиков: теоретически возможно, практически нет. А я сказал, этого конгломерата талантливейших, который летит там 5 звуков, 6 звуков, 7 звуков, а желательно 10, потому что 10 – хорошая цифра. Знаете, ракета, которая имеет 10 скоростей звука. Это прекрасный результат, весь мир должен ужаснуться. Весь мир начинает тихо хихикать и говорит: сколько, а почему не 20? Американцам для того, чтобы разработать выход на 6 махов, понадобился новый двигатель. У Путина такого двигателя нет. Если бы это было бы возможно, возможно бы американцы разогнали бы и на своем твердотопливном двигателе до 6 махов. Однако этого не происходит. Но судя по удару, который был по торговому центру в Киеве, там нет никаких 7 махов. Эту ракету видно. Ее снимает обычная камера, которая в принципе камера видеонаблюдения, которая не снимает на супер-пупер там 200 кадров в секунду. Да. Российский удар по центру был нанесен поздно вечером в воскресенье. Погибли 8 человек. То есть ракета летит на небольшой скорости в Земле. И в принципе об этом говорил Марк Солонин, что ракета скидывает скорость все равно у Земли до 2 махов. Что, в общем-то, делает вообще бессмысленным всю эту систему «Кинжал». Это тот же самый «Искандер». Его скорость, когда он с большой высоты, с разряженным воздухом, возвращается в плотный слой атмосферы и подходит к цели, определяется не тем, что было там, а его способностью выдерживать тепловые нагрузки. Поэтому он в любом случае, просто расчетная траектория будет такая, чтобы сбросить скорость до того, что я называл 2,2 маха, иначе он просто сгорит. Просто сгорит, разрушится электроника и так далее. А поэтому, как он был сложной целью, маленькая ПР, маленькие размеры, достаточно высокая сверхзвуковая скорость, да, это сложно для поражения цели, независимо от того, сбросили его с самолета или запустили с наземной установки. Ничего принципиально не изменилось совершенно. Единственное, что траектория практически вертикальная, при том же поражении ракеты обломки падают приблизительно на то же место, где, собственно говоря, находилась цель. И наносит какое-никакое поражение. Вот и все. На этом, я думаю, стоит остановиться. В принципе, идея колхозная, осуществление колхозное, ничем не доказанная эффективность, сказочные параметры, в которые не верит ни один специалист, потому что специалистов в мире много, и они обкатывают все это дело на реальных макетах, и у них есть огромный багаж исследований, в отличие от России, и они это обкатывают в нормальных лабораториях, с нормальными аэродинамическими трубами, не в каком-нибудь сарае где-то там под Новосибирском. И достигают реальных результатов, подтвержденных, которые гораздо скромнее, порядка 6 махов. И это, заметьте, на самом современном, новейшем двигателе. Что помешало американцам использовать точно такой же твердотопливный двигатель, который у них есть, и достичь тех же результатов, или даже еще больших, чем они сейчас достигли с помощью самого современного двигателя. Для меня лично загадка. Видимо, им не хватает образования и знаний, которыми обладают наши деревенские ученые. В чем я очень сильно сомневаюсь. Все, спасибо за внимание, до скорых встреч, пока. Начальник Академии, генерал-майор Анатолий Нищечук. Выпускники Академии являются ведущими специалистами по управлению космическими аппаратами и контролю космического пространства.